же хер знает, он снимает, не снимает. Он снимает, скажи мне. Как понять, что он снимает? Скажите, как вы любите кота? Кота! Любим кота! Давайте. Кота. Раз, два, три. Мы любим кота! Как-то вяленько, бля. Мы любим кота! А Маша когда кричала с Аленой, они друг на друга смотрели, это не считается. Слушай, я не знаю, на самом деле, это снимается или снимается. Они идут запись 45 секунд, все отлично. А кстати, у Вити сейчас покажу фон. У него тоже день рождения, Ночного марта. День рождения, Витя! Апреля! Нет кота! Нет кота! Сегодня кот, король и бог. Евгений Викторович, привет передавай. Евгений Викторович, вам, ваша обожаемая королева, шлет пламенный привет. Привет, Витюшки. Не, давай, ну, здравствуй, покажи. Что убьет тебя за это? За вялую руку он тебя убьет нахрен. Стриптиз! Как минимум стриптиз мужику своему. Мы отвернемся. Я реально отвернусь, честно. Я ну так снимем, все. Отличненько. Вконтакт засунем. Все хорошо. Смотрите, на этих девочек они могут кататься, потому что я замерзла. Я хер знает, Алена, не уверена. Одна из них, да, скинхедка. Она, короче, ненавидит русских. Она русских я ненавижу. Я как раз националист. И что? Ненавижу всех геев и лесбиянок. Отвратительно! Фу! Это самое отвратительное, что может быть. Артюху привет! Привет, Артюх! Вот такие вот у нас, на самом деле, волонтеры. Маша, Крис, не-не-не-не-не, подожди, а почему у тебя радужный платочек? Вот это все он не радужный. А он не совсем радужный. Я про радужный. Евгений Викторович так радуется. Вот они. Вот она. Обнимашечки. Все земли, солнце, травы. Они а друг друга любят. Она не отстает. Не отстает. Маша, песок как страус в голову. Она отстанет, я вас уверяю. Я лучше знаю. Слушайте, а такое ощущение, что они лесбиянки. Я, конечно, могу сомневаться, но они скинхеды лесбиянки. Вот заметьте, кстати, все скинхеды на самом деле пидоры. Кстати, да. Я читала что-то замену про этих скинхедов. Я прохожу по РКБ. Все собрались ради тебя, Лёва. Наконец-то вспомнили обо мне. Ради нее, благодаря ей. Ради нее! Ради нее и благодаря ей. Да. И мы сейчас не будем, правда, дни рождения самые незабываемые. Для меня это все равно. Это для меня это праздник, вообще на самом деле. Мои деточки! Нет, на самом деле я не согласна. Благодаря ей, но. Вы посмотрите на эту смущаловку, забудьте о ней. Ой, еще раз. На самом деле, для меня это праздник вот трех человек. Ну, полный. Стюарт, надо быстрее перематывать. Кисонька, мой последний день рождения. А мы слушаем Бритни Спирс. Кстати, давайте послушаем Бритни. Охренеть. Мой день рождения самый последний. Ты чего выпендриваешься? Я не выпендриваюсь. А посмотрите на эти наглые глаза. Их не видно. Маленькие наглые глазки. Они у меня не маленькие. Я в фотошоп дрисую маленькие тапочки. Они будут еще больше. Вить. Что с этой женщиной? Что ты эта девочка? Мне нельзя в контакт влазить, если вам неизвестно еще. Нам нельзя. Мы больше не лезем в контакт.
Потому что вы разругались из-за того, что вы там... Потому что мы... Ну, да. Нас загибают... Ну, да, мне... Он нас срет, постоянно срет. И мы с Чешиком не входим в контакт, чисто потому, что он нас уже заебал. А я думаю, какого хрена? А вот чисто поэтому, Маш, на самом деле, мы решили, что это единственный путь нам поменьше сраться. Мы, конечно, съемся так же. Ну, не контакт. Теперь еще другая почва, да. Бытовуха? Не, кстати, бытовухи у нас, слава богу, никогда не было и не будет. Потому что не те люди, абсолютно. Не, подожди, а в вашем плане... Так, я даже выключу камеру, до свидания. Моя любимая женщина.